Ее ценят за питательность, низкокалорийность, витамины и называют третьим хлебом. Капуста не боится заморозков, поэтому ранние сорта начинают высаживать еще в апреле. Поэтому ульяновские фермеры отдают предпочтение именно этому овощу. В овощеводческих хозяйствах сев уже подходит к концу. На данный момент овощей засеяно 550 гектаров, а картофеля – 860. К посевной в крестьянско-фермерском хозяйстве Федора Храмова начали готовиться в начале марта. Первым делом высадили рассаду. Фермер и его помощники занимаются выращиванием так называемого борщевого набора – свеклы, картофеля, лука, моркови и, конечно, капусты. Последнее уделено большее внимание. Засажено 20 гектаров. Ну, у меня хозяйство выращивает 5 культур. Из них основные – это капуста 20 гектар, лук 6 гектар, картофель 8 гектар, морковь гектар и свеклы 5 гектаров. Постоянно в хозяйстве работают 10 человек. В сезон к ним присоединяются еще 8. Почти 90% урожая фермер реализует в торговой сети региона. Остальную часть – в столовой крупных ульяновских предприятий. По прогнозам, валовый сбор будущего урожая составит 1200 тонн. Анна Тищенко, Юрий Тимонин. Новости Ульяновской правды.